Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на очередную новинку компании ACM, или, как вы уже увидели, автомобиль КАМАЗ-4310 с закрытым кузовом, или, проще сказать, с кунгом. А перед тем, как начать обзор, хочу, друзья, вам напомнить, что у компании ACM появился свой YouTube-канал, на котором вы можете посмотреть сборку или 3D-инструкцию по сборке данного автомобиля и не только. Так что переходите, ссылочка будет в описании под видео. Как видим, перед нами очень красивый бокс-арт, надписи на английском языке, артикульный номер модели 35002. Кто помнит, раньше КАМАЗ-4310 бортовой от фирмы ACM был под артикульным номером 35001. И я сразу вам хочу сказать, что половину литников от старой модели. В наборе 363 детали, упаковано в хорошую добротную коробку. Открываем. Видим инструкцию и литники, упакованные в пакет. Сейчас распакуем и продолжим обзор. Начнем обзор с такой вот красочной инструкции. В стиле ACM инструкция сделана в виде книжки, что очень удобно при сборке. Перелистывать странички, ничего не распадается и очень удобно ей пользоваться. Также видим предлагаемые краски. Цвета красок, которые нам понадобятся для использования или покраски данного автомобиля от разных фирм. Фирмы ICM, Revel, Tamiya. Сразу нам попадается в руки декаль. Артикульный номер на декале 35001. Очень красочная, цветная, хорошая декаль. Как видим, на первой странице помечены или показаны нам схематично литники, которые будут в наборе. И сразу же понимаем, что данная модель сделана на базе, как говорится, старых литников. И здесь как бы помечены другим цветом те детали, которые нам не понадобятся. Конечно, еще хотелось бы какой-нибудь получить от компании ACM бензозаправщик или водовоз. Очень хорошая, понятная инструкция с хорошим принтом. Все схематично, очень хорошо показано. И я думаю, что сборка не составит труда даже новичку. Кстати, друзья, у меня на канале есть обзор на КАМАЗ-4310 бортовой и также его сборка. Заходите, смотрите, если вам интересно. А мы продолжаем перелистывать дальше страницы инструкции. И опять же, видим этапы сборки. Рамы, ходовой, все очень хорошо отпечатано и понятно. Здесь сборка кабины, декаль. Очень хорошо, когда в декале присутствуют спидометры, тахометры, это очень оживляет кабину. Инструкция новая, странички слипаются. И вот, собственно, мы дошли до кунга. Как по мне, одна из самых красивых советских машин военных. Хотя и Урал, и ЗИЛ тоже в своем роде очень красивые и хорошие автомобили.
Кабину можно сделать в двух вариантах, в открытом и закрытом. И цветной принт зеленого и камуфляжного КАМАЗа можно сделать советской армии и российской армии до 2000-х годов и начала 2000-х годов. А теперь перейдем к литникам. Начнем обзор с литников с прозрачными деталями. Как видим, очень хороший прозрачный пластик. Очень хорошо все через него видно. Никаких искажений. Лобовое стекло, передние фары, задние фонари. Габариты, поворотники. Все очень хорошо выполнено. Также небольшой литник с прозрачными деталями с остеклением Кунга. Литник под литерой А. Детали рамы, детали ходовой, мосты. Все очень хорошо отлито, без какого-либо облоя, без каких-либо утяжин, недоливов. Хотя, друзья, литникам или данным пресс-формам уже более 4 лет. Но все очень достойно, хорошо выполнено. Очень хорошо отлита коробка. Очень хорошо отлит сам двигатель. Все очень-очень добротно. Теперь рассмотрим литник Б с элементами, с деталями кабины. Все также очень хорошо отлито, без каких-либо проблем. Можете все хорошо рассмотреть. Следы от толкателей все выполнены на тыльной стороне деталей. Литник с литерой С1. Также все очень хорошо выполнено. Таких вот два литничка D с дисками от колес. И литник под литерой H с Кунгом. Также посмотрите, как хорошо все отлито и выполнено. И два литника с литерами H1. Это новые литники. И рассмотрим покрышки резиновые. Очень хорошо отлиты. Конечно же, при желании можно заменить на смолу. Но если нету лишних финансов, то посмотрите. Очень хорошо выполнен протектор. Конечно, нету надписей, но колеса сделаны очень достойно. Ну а теперь подведем итог нашего обзора. Скажу
Модель мне очень понравилась. Детали, литники выполнены очень качественно. Все хорошо отлито, без какого-либо брака. Модель со смелостью могу порекомендовать как новичкам, так и профессионалам. Компания ACM нас продолжает радовать очень хорошими новинками. За это ей огромное спасибо. На этом обзор буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Оставайтесь на канале, друзья.